Фандакта арыштадырышты карума фахат сакэнэм. Специалисты нахаштамгашка куштыты фолдархай ахашткун дырсыд. Асаж завжиқа уш салсы куттой дуу нашт унжы. Жағам весене унжы вавар фахуждар кэнэнэ тэхэй шарыштой ног фандаг. Нарзы хатулга тайсантта налузын. Балвартар надарттар армаджы. Зауджиқа Обама районы райрыштыл антышчинай архайынц. Аражын снок бировалазы гон хазартта офиста, ама бажарадон центрта. Умагашка уынгты хатулгаты намасыражы. Данцаган архашаниш весенней уынг. Арвылбон уынде фандактыл аса осалдар мин хатулгайы. Арықсы шавжары санттадар. Уавар фахуждар канынан гораты администрации шфанкота нок фандак шаражын. Осы куштыта ахашт канын райды той уалзаджы. Мы вывезли грунт, который был грунт, ну, не очень, поэтому так и углубились. И до сих пор все равно, ну, там глина внизу, но новые какие-то технологии, геотекстиль, георешетку постелили перед тем, как отсыпать это все. Здесь мы пока вырыли, вот недавно закончились работы с газом, вот сейчас устанавливаем ливневую систему. Куштыта сыдышты анарлаугая. Аражжета куджағынц. Автомайша кушты харшқа дзинад, жардахшайын агнау. Пайда котой нырыкон рамаджитай. Уатсаджи даргу километр ама шадаметры. Ног фандаджир уаджи хатулгаты намас фафылдарузан. Ныртака усатта. Фажынзы фиштак саудитам фандакта шно котой рухштаттан система. Основные работы сейчас закончены, асфальтовые. Не открываем только потому, чтобы не было аварийных ситуаций, должны выставить два светофора. И перильное ограждение, здесь много школ, детских садов, чтобы дети не перебегали в неположенном месте. Я так думаю, что к концу следующей недели мы откроем дорогу, и БАМ более-менее вздохнет свободнее. Арыштадон рышты карума фахатсыканы. Специалисты нахаштамгашка куштыты навоз фонс проценты фешты. Асаж адаша махаршкад автомобилон фандакта жағы федералон проект магашка зауджи қаубын дуруна иш салса коттой дуын аштунджы. Фидены аж салса кэнзышты дуын иуынджы. Ары дойна агмар косыма абайты вашой номыл вунгта. Штайма андар вунгта ногай баевзыштыша асфальт. Эксперты нахаштамгашка уама куштыты харшка динат жардахшай нагмауа. У нас привлечена независимая лаборатория со Ставрополя. Они приезжают, делают вырубки, делают анализы. Если асфальт не соответствует стандартам, заставляем разбирать полностью и укладывать новый асфальт. Срок годности по контракту каждый подрядчик берет на себя 7 лет. В течение 7 лет подрядчик отвечает за дорогу, и если какие-то трещины, нюансы, он должен за свой счет все это восстановить. Даш ама харшкад автомобилон фандакта жағы национ проект ахашсан ахшажажы. Усы раштагма зауджи қау фанд канын збандуруной гораты фандакты аштай фонс проценты шсалса канын. Уажи тазалина дзапарты Георгий Чочита Ибрагим ирыштон хабыртты.